Как всегда, в темном гуту была с вами Спунчик. Я приветствую вас, мои дорогие подписчики. Пока я за этим чуваком бегаю, тут меня завел в какую-то непонятную ситуацию. В какой-то лаборатории. Лесофоб Невил. Ну-ка, сохранится. Сохранится опять. Что ты здесь делаешь? Пульсирующий красный свет освещает мужчину в робе, судорожно барабанящего пальцем по клавиатуре консоли. И несмотря на истошно орущий сигнал тревоги, в отчетливо слышит его тяжелое прерывистое дыхание. Он быстро понимает, что рядом есть кто-то еще, и отскакивает назад, одновременно поднимая оружие и направляя его на вас. Вы даже не моргаете. Вы так часто оказывались на прицеле в прошлом, что можете понять, когда поднятое оружие является лишь прелюдией к беседе. Кто здесь? Ты следил за мной? Что тебе надо? Говори! Спокойно, брат, мне отправил Медиан Сэмюэля, чтобы найти вас. Медиан, послушайте, я... Грохот больших металлических ворот, открывающихся в отдалении, не дает ему закончить. Его тяжелое дыхание еще более учащается. Ему требуется секунда, чтобы взять себя в руки. Они идут. Кто идет? Я активирую сигнализацию, когда я... вылетел из вентиляционной шахты. Голос сказал, что охранные роботы будут направлены, чтобы нейтрализовать нарушителей. Тут есть консоль, но я ничего не могу сделать с этой хреновиной. Вновь раздается громкий лязг открывающихся ворот. Они приближаются. Готовься, они идут. Кто-то взломал консоль и отключил систему безопасности. Продолжить. Пользование внезапно включается. О, и все. Выключили сигнализацию? Спасибо, не стоит благодарности. Надолго думая, Свот Невил вновь наставляет на вас оружие. Его голос звучит менее испуганно, чем раньше, но от этого не менее насторожен. Что будет теперь? Теперь ты скажешь мне, что заставило тебя убежать из института черта. И что потом? Что будет? Что если я скажу? Посмотрим, у тебя не так много вариантов, Нейл. Он размышляет, все еще не опуская оружие. Его ответ резок. Хорошо, я скажу тебе. Несколько дней назад я получил приказ явиться для нанесения караульной службы в службе помещения под зданием института. Я никогда не был там прежде, поскольку большинству из нас не разрешается ходить туда. Так что я сначала растерялся, а в то время я думал, что там нет ничего, кроме газовых коммуникаций, электрогенераторов и других служебных штуковин. Но кто я такой, чтобы оспаривать приказ? Ну и только после того, как я спустился туда, я узнал, что это... Все было ошибка. Меня отправили в это место по ошибке, и я определенно не должен был увидеть. Он осекается. Увидеть что? Похоже, не в состоянии найти нужные слова, чтобы описать то, что увидел. Я видел существ, недоразвитых, отвергнутых созданий, уродливых и несчастных. Я был потрясен. К счастью, никто не заметил того, что мне не положено было там находиться. Тем паче. Чего? Что мое лицо было искажено ужасом, полагаю, в этом виноваты маски, которые мы обязаны носить во время дежурства. Но эти вещи, они выглядят как люди, которых скрестили с чем-то. Продолжай. Я не знаю подробностей того, что там происходит, что это за существа и почему они так выглядят, но это просто неправильно, и это было только начало. Не турно даже говорить о том, чего я там насмотрелся. После того, как моя смена закончилась, я думал об этом постоянно. Я переоценил свою жизнь, мои цели, то, что я думал, что знаю об институте черта, я должен ли я по-прежнему оставаться его частью. Он делает глубокий вдох. Что произошло дальше, ты уже знаешь. Вот и вся история. Не плевать, веришь ты мне или нет, согласен ты со мной или нет, но вот чему я был свидетелем. А теперь он поднимает оружие. Что будет теперь? Ну да, ты лжешь, я должен был разрешать тебе открывать свой грязный рот, и за это ты умрешь. Просто убирайся отсюда, твоя смерть теперь ничего не изменит. Он кивает, на его поведение
Подскакивает, что он не доверяет вам полностью. Я уйду после тебя, я не знаю, какие еще сюрпризы лежат между мной и моей новой жизнью. Все равно спасибо. Что я здесь могу? Ничего не могу. Ну ладно. Теперь мне надо валить отсюда каким-то образом. У меня отмычки кончаются, ничего себе. У меня их будет такое огромное количество. Хотя у меня тут до сих пор их огромное количество. У меня еще и таких 37 штук есть. А зачем я его взламывал, если там ничего нету? Такое себе. Ничего интересного. Да, хакерство мне помогло в этот момент. Ничего, здесь плазменные турели стоят. Да, а как мне теперь отсюда выбраться? Я же не уйду никак. Или можно обратно в вентиляционную шахту? Я, конечно, все понимаю, Невилл, но как ты собираешься отсюда уходить? Здесь все ворота перекрыты. Может, попробовать было всех их переоткрывать? Подъем слишком крут. Консоль не реагирует. Ну, это замечательно все. А что дальше-то? А, вот дверь тут есть, ёптать. Ты смотри, которую я пропустил. Терминал. Ух ты, это что такое? 25-37. А, это пистолет-пулемет Старого Мира. ЗИГ МПХ. Я-то думаю, это автомат. Точность очереди. Боеприпасы стоят 20 тысяч. Блин, он такой охренительный. Слитки какие-то. Но они стоят 15 килограмм. Мне такое не надо. И куда я попал? Где я вообще нахожусь? Куда меня выкинуло? Как мне отсюда свалить? Труп. Опа. Заяц. Пистолет пулемет тип заяц, калибр тактический, какая повышенная стоимость. Очереди. Я в первый раз такой фильм вижу. Забрать, забрать. Хрень, короче, какая-то. Где я? Все, не к драчу. Стрелок. Перекинез. Так, я вас понял, друзья. Ух ты, как вас здесь много-то, а? Ну ты посмотри на них. Вот. Граната. А вот это плохо. Он пошел обходить все это, да? Нахрен тебя просто. Блин, то, что я могу так спокойно отступать, это так не сильно помогает. Нафиг просто всех переубивал. Так не сильно помогает. Сколько у меня патронов осталось? 52. Может, у вас какие-нибудь патроны есть, а? Гранаты я заберу, эти мне не нужны больше, слишком много у меня их.
это тебе остается. Все, тебе остается. Ну как, какой у меня биологический костюм? У меня сколько защиты? Такой же, да? Встретил псионик. Морозник тут бежит. Эти патроны мне не интересны. Противоядие я возьму обязательно. А у стрелка опять говно. Драчу. О, адреналинчик. Что они тут делают? Жевательная резинка тоже опыт дает. Где я нахожусь? Как мне отсюда свалить? Надо сохраниться после такого. Ты смотри-ка. Ёб твою мать. Где я? Три батарейки. Да, это мощно. Мне теперь надо понять, как выбраться отсюда. Из этого места. Это куда меня ведет? К лазуриту. Наверное, первый атаковать будут, да? Да, он телекинетический удар. На, ну, как улучшение. Ты один здесь такой или с друзьями? Походу с друзьями, потому что так как я слышу, что грузится долго, он... Псионическая синергия, эпиляция. Бульгангера смог вызвать даже. Ничего себе, твой-то... Друзья, что творите? Нахрен вас. Нахрен тебя. И нахрен тебя. Еще минус один. Блин, они теперь будут меня убивать. Твою-то мать, подавление. Это что такое? Нельзя вызывать беспособность и восстановить очки естественным путем. Ух ты ж, сами ко мне подходят. На всякий случай еще шурнусь. Мало ли что. Во, все, всех переубивал. Что вы здесь делали? А? Что вы здесь забыли? Мозги чьи-то. Еще мозги, но мне они уже не нужны. Ты какая здоровая территория. Проходы. А там у нас что? Перекрыто все. Здесь еще эти могут выпрыгнуть.
Это глубокие пещеры, что ли? Или где я? Как я здесь оказался? Там проход, ты смотри просто какой, но мне надо как-то каким-то образом перейти на ту сторону. Да, я теперь тут долго отсюда выбираться. Блять. Сопротивление сработало. Фу. Это плохо. Ничего себе, мне это долбануло. Как быть? Твою-то мать, не то сработало. Ни одну пси-способность я вызвать не могу. Мне кранты. Загрузить. И как у меня много сносит с помощью этой фигни. Твою-то мать! Как я так промазал-то, а? Что ж ты делаешь, дурак? Как ты так умудрился промазать, твою-то мать? Теперь очков действия не хватит, да? Где мой адреналин? Ни разу не попал по нему. Так, ладно, я их переубивал каким-то чудом. После этого надо сразу же сохраниться. Нахрен. А то с ними сражаться, это ужас какой-то. Они мне все мои пси-способности как закроют, и все. Я ничего сделать больше не могу. Да тут, блин, целые пещеры. Откуда такая огромная территория, где я вообще не был? Должен был здесь исходить все вдоль и поперек. Но нет, ты смотри. Офигеть. Бля, опять эти уроды там гуляют. Конечно же, я не первый начал. Да. Во. Еще бы ты в них закинул.
Замечательно. Вот это я понимаю, вот это правильно. Так, что мне нужно? Мне нужно построить себе убежище. Я по его локетям попадаю. Бля, не то использовал. Теперь снова адреналинчику бахнем. Используем вот это. И мне псячков не хватает. Замечательно. Мне все равно не хватает. Да, это жопа. С ними так сражаться. Тайник. Бронебойная. 5 мм. Давай возьмем. У меня персонаж немножко подустал. Такое ощущение, как будто я сейчас здесь на какого-нибудь босса наткнусь, потому что у них тут прям их прям очень много. Да ебать вас в рот! Да что ж вы такие лезете ко мне, а? То одни, то другие. Каждый из вас один хуже другого. И где вот он? Вот он, ты засранец, да? Твою ты мать, он опять спрятался. Во, вот ты где. Если я его сейчас за ход не убью, он меня убьет. Убил. Там еще один ползет. Тут их даже три. Понятно, это мне не выжить. Это мне не получится выжить. Как я их ненавижу! Как я ненавижу этих уродов мертвых. Все. Все сталкеры мертвы. Что они здесь вообще охраняют? Куда я иду? Что это за место такое? Действительно, где я? Ни одну знакомую местность не вижу здесь, не встречаю. Ты
То есть до этого я ни разу здесь нигде не был. Вообще лабиринт какой-то. Мне бы хотя бы немножко сориентироваться. Надо пойти прогуляться по этому лабиринту, мало ли что-нибудь найду. Какой-нибудь секретный проход. Ага. Да, сейчас найду, конечно же. Прям секретно-секретно. Здесь вообще проходов нету. Даже локация не прогружена. Тупики. Ну вот здесь один проход только есть. Офигеть. Блять. Тут-то я вышел. Это я вышел поздороваться, а? И что мне против них делать? Союзник. Эпиляция, невосприимчивость, ничего себе. Не попал по нему. Ему пофигу. Патрон нет. Кончились патроны. Подохни, дрянь. Так, это не очень есть хорошо, если честно. То, что я куда-то пришел, а у меня просто кончились патроны. Сколько у меня на этот автомат патрон? Ну ладно, хоть так. Смотри, я до сих пор здесь гуляю где-то. Один проход. Там вниз проход какой-то. Там наверху проходы были. Здесь еще один проход. Куча мусора. И здесь проход.
Где я? Неизвестно. Нижняя пещера. Может быть, здесь я нахожусь? Где-нибудь. Показано? Нет вообще? Нет, вроде бы. Верхняя пещера. Тоже вроде бы нет. Нижние проходы. Нет. Нижняя подземка. Может быть, здесь где-то я? Нет. Верхняя подземка. Нет. Станция Саутгрейд. Нет, блин. Где я нахожусь? Что это за жопа? Откуда здесь столько проходов? Ладно, у меня 24 есть. Можно проход взорвать. Что ж она у меня с собой была? Мне интересно, что это за место такое. Охренеть. Ебать. Чей турели очередь зарядил, а? Хакер 160, где моя батареечка? Возможно, я здесь уже давно должен был оказаться в этих пещерах. Я просто все это пропустил. Каким-то образом. Как мог 3? А у меня вроде такой есть, да? Или нету? Ну да, есть у меня такой. Атомная батарея для машины. Или какой-нибудь техники. Ух ты. Убери это. Возьмем. Я люблю раритетное оружие. А можешь мне с этим автоматом походить? Попробуй. Сколько у меня здесь? 25-37, а здесь 14-41. Офигеть, урон повышен. У меня же тоже должно очередью стрелять, да? Уметь. Это потому, что у меня он не заряжен, да? Да, ну-ка. Очередь. Ага. Ух ты, ух ты, ёб твою мать. Вот я и нашел. Тут, ну, мне нужна механика 44. Блять, ладно, пусть пока у меня в инвентаре будет. Добьем потом. Четверку. Почему бы и нет? Но этот шлем мне точно не нужен. Я в защиту не собираюсь так прям уж уходить. Чё, и в компьютер залезть может? Значит так, хотя большинство повреждены или зашифрован, вам удается откопать пару читаемых сообщений электронной почты. Кому? Дэрил Паттерсон, тема. Нежелаемый груз.
Мистер Паттерсон, хотя я уже говорил вам, что у нас нет подходящих помещений для хранения подобных материалов, мы все равно прислали их нам. Хотя я понимаю, что сложившаяся ситуация требует от нас гибкости, и следует ожидать, что на некоторые протоколы безопасности придется смотреть сквозь пальцы, или мы хотим сделать, если мы хотим сдержать хаос, вызванный событиями внизу, мы попросту не можем хранить биологически опасные вещества этого типа. Я ожидаю, что вы договоритесь о перемещениях более подходящую для хранения зону как можно быстрее. Какого тема? Вы сошли с ума? Паттерсон, это склад военной продукции. Мы можем хранить что угодно, от пуль малого калибра до бризантных взрывчаток веществ. Но мы абсолютно не можем держать эту гадость, как бы вы ее ни называли. Если завтра она все еще будет здесь, я обращусь в высшее представительство. Так. Хранилище. Я не знаю, Лин. Я совершенно не знаю, что мне делать. Я выкрутил до максимума, или, скорее всего, до минимума температуру в крио. Так что, надеюсь, они не начнут таять снова. Но я боюсь, что теперь термоконтроль застрял на супер низкой температуре. Сильван мертв. Остались только я и Уолберт. Салливана подстрелили какие-то сумасшедшие роботы. Наверное, предатели саботировали их перед побегом. Я запечатал ботов в А1, не смог даже забрать тело Салливана. Просто хаос. Я слышал про всякие плохие вещи, происходящие в Кор. В любом случае, Паттерсон сказал, что он послал кого-то, чтобы помочь нам навести здесь порядок. Может быть, еще надежда сохранить это место. И хватит, тут какая-то хрень происходила жестко. Так, давай-ка я сохранюсь на всякий случай. Сохраняться почаще здесь никогда не мешает. Вообще ничего не нашел. Бонус критического урона 125%. Ничего себе. Электронный замок. Хакер 185. Хакер 185. Вы что думаете, меня это остановит, что ли? Терминал, смотри-ка. Это должно быть пункт хранилища, выйти, ну-ка. Горбатый мутант. Ух ты, переохлаждение здесь словил. Это тебе сказали то, что нельзя ни в коем случае это выключать камеру. Это будет плохо. Блять! Да как я их ненавижу! Почему они везде тусуются, эти противники-то, а? Каждый раз, блин, одно и то же. Сколько можно уже? Затрахали. Вот они, эти два пидораса. Здесь тусуются. Нахрен просто. Блин, я не могу этот использовать. Он промазал. Это хорошо. Вот куда он спрятался здесь? Где он тусуется? В каком-нибудь тюглу заныкался, тварь. Вот он-то где, блядь. Срань такая. Мертвый сталкер, блядь. Как ты выполз?
Блять, тут еще один есть. Ёб твою мать! И он меня сожрал. Я-то надеялся, что их тут только два. Какой я был наивный, а? Ненавижу этих тварей. Просто все помещения запечатаны. Карты, пистолет. Наверное, чтобы не взламывать все это. Хватит по мне стрелять! Действий не хватает, да? А сколько у меня очков действий уходит за выстрел? 16. Может, мне лучше все-таки оставить старый автомат, чем этот? Потому что очков действий там меньше уходит у меня. Не тот автомат. Это не тот автомат, где мой? Упорядочить все вот так. Потом все меньше и меньше. Металлолом, металлолом, батарейки. О, это я заберу. Заберу. Это себе оставьте.
Хакерство 80. Еще ж тут все взламывать-то надо такая. Говно. На таких щитов уже я даже не знаю, кому их продавать. Ну так и знал, прям уже сразу навелся, чтобы можно было взломать этот ящик. Ну, думаю, дай-ка я сначала проверю, вдруг просто так пытаюсь взломать. Оказывается, нет, не просто. Бочка. Это валом. Ключ-карта. Гаусс не надо, спасибо. Кислотные патроны. Какие-то для чего-то. Ух ты. Псикогнитивное прерывание. То есть он может научить вас псиумению прерывания с помощью технологии. Ну-ка. Не зря я сюда заглянул. Новая способность у меня появилась. Сжигает 25-75 очков. Псиочков цели. Нанося ей урон равный 235 от потерянных псиочков. Этот урон не может быть заблокирован щитом или сопротивленным уроном, но может быть снижен решимостью цели. Также подавляет способность цели на период. Ебать, не позволяя использовать их. И восстанавливает пси-очки. Охренеть. Это я понимаю способность. А я скелет там, кстати, проверил-то. Да, здесь говно лежит. Пошли теперь в эту сторону. Да, ну теперь еще этих уродов убить сейчас, сохранить. Мертвых сталкеров 3 штуки. Подключить охлаждение. Ах, да, точно, там же это. Во, вот это я понимаю, криты вылетают. Я лучше с ним останусь. Да, только я теперь не знаю, как мне туда пройти дальше. Ну-ка, а какая у него скорость полета пули была? Средняя, а здесь высокая, да? Не, я лучше обязательно с автоматом останусь. Взлом замка 50 требует. Ну, давай. Не хочу к этим мертвым сталкерам идти. Как они меня затрахали уже, если честно. Мертвые, не мертвые, заебали уже. Каких-то даже нету. Это, думаю, буду. Интересно, силовое поле поставил. Опа, и уполз, да? Тут он еще один есть. Даже два. С этим что делать? Так, у меня есть идея. Я хочу сделать вот так. Да, но мне стало плохо, я чуть от этого не умер. И сделать вот так.
Да, я его практически убил даже. Мутант, блядь! Твою-то мать, а! Вот это я вышел нахрен! Вот так надо было с ними сразу разделаться. Чё здесь, ловушек? Ничего себе тут ловушек. Капканчик один можно взять. Все остальное я использовать не умею. Чертеж гранаты. Что тут еще есть? Еще один капкан. Заяц. Прицел. И два ящика. Говно. И хакер 150. Фух, спустился к ним сюда. Говно. Ничего, спасибо. Не нужно ничего. Всякое говно собирали. Так. Теперь я хочу сохраниться. Мало ли что там меня ждет за этой дверью. Опять какие-нибудь мертвые сталкеры появятся. Криокамера. Это что такое? Мутаген D5. Это запечатанный канистр очень мощного. И очень опасного для D5. Я так понимаю, это какое-то квест... задание по квесту, да? Мне для кого-то надо было бы выполнить. Но так как я не взял это задание, я просто так сюда пришел. У меня больше нет С4. Если я здесь встречу какой-то завал, я больше не смогу его расчистить. А что там наверху? Там еще он проход есть. Прям целая лаборатория. Ну, свинтусы, ты смотри-ка. Конечно же! Нельзя же с первого раза попасть по противнику, это нереально. Вот. Сейчас свитну с разгона, да, мне? Боров, боров. Только не надо с разгона у меня впечатываться. Всех свинюшек переубивал. Еще проход. Еще проход. Ха, я заблудился. Никаких секретов нету. Да, мне теперь, чтобы к ним вернуться, придется через такое дерьмо пройти. Не нравятся мне эти трупы, которые здесь валяются. Но означает только одно, что здесь, скорее всего, мертвый сталкер или еще какая-нибудь ересь будет. Это куда меня ведет? Фух. Крысоволк. А, ну да. Все, я вспомнил. Такие... Вожак прибежал.
Ну ладно, я не убил. Надо поменьше патрон тратить. И пси-способностями начать пользоваться. А ты смотри! Здесь можно гулять и гулять. Я уже заплутал. Это куда меня ведет? О, я понял. Хотя бы немножко ориентируюсь. Теперь я вернулся хоть раз в локацию ту, где я уже был. Чё за херня? Я вас понял. Более-менее хотя бы куда я вылез. Где я нахожусь? Так чуть-чуть понять можно. Здесь тоже ты смотри проходов сколько. Пошли обратно в пещеру, я там еще не все доисследовал. Так, ладно, в этом лабиринте я уже буду бегать в следующей серии. А сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр, пока.